Всем привет! Не смог усидеть на месте и решил отправиться еще в одно путешествие. На этот раз дорога привела меня в Астраханскую область, на рыболовную базу на Крючке. Приехал в гости к дяде Мише. Так сказать, решил поэкстремалить. В Астрахани еще в феврале никогда не был. Вот. А тем более зима в этом году у нас везде выдалась супер отличная. И вода здесь открытая. Так сказать, будет зимний спиннинг в Астрахани. Вот, уже вещи разгрузил, номер занял. Вот. Буду сейчас отдыхать и готовиться к завтрашней рыбалке. Ну а вы увидите все в этом видео. И, возможно, в следующем планирую серию из двух видео. Буду находиться здесь 2 дня. Вот. Ну а что получилось, вы увидите, посмотрев это видео. Не переключайтесь. Погнали! Чтобы попасть на рыбалку, надо еще пробиться сквозь лед. Пару дней постояли морозы. Река местами как ледокол. Что, начнем нашу рыбалку? А? Да, это я уже записываю. Начнем нашу рыбалку с такого релакса и 20 грамм. Посмотрим, что сегодняшний день нам принесет. Будем пытаться ловить рыбу. И главное, чтобы рыба еще знала, что мы хотим ее поймать. Не зря же мы проехали 1500 км. Есть поклевка. Причем нападение получается. Нет. Ух ты. Что-то нормальное, нифига. Я даже не понял. А, сошел. Все, надо ставить тройник. Ладно. Угу, вон, на крючочке остался. За самый краешек, походу, губы был. Оторвал чуть-чуть. У нас дядя Миш взял первую рыбу, поймал. Небольшой. Грамм, сколько там, 500, наверное, 600. Да какой, даже, наверное, поменьше, да? Прям под лодкой. Видишь, вот напротив деревьев. Рыба есть. Ловить надо уметь. Есть поклевка. Что-то. Ух ты! А вот это нормальное, более-менее. Вот он мой первый судачок астраханский в этом году. 20 грамм. Ха-ха! И вот тебе. А снег кончился. И судак начал клевать. Вот он вот такой. Около килошечный. Прям глубоко взял-то двойничок. Вот такой судак у нас. Взял на релакс кингшат четверочку, грузик 20 грамм на подбросе, был пойман, открыл сезон, ловим дальше.
наконец-то после долгого перерыва поклевка на мандулу. И крупный опять судачок. Черная, да? С желтым шариком. Мандула сработала. Ну-ка, мандулку. Опа, черненькая. На москворяке тоже бывает, на черненький поклевывает. Ой, какие жабры прям красные такие, красивые. Что это такое? Что-то есть. Что это такое? Это взяло. Блин. Причем, можно сказать, нападение только закинул. Не, ну это не рыба. Или рыба. Нет, это палкус. Это большой и толстый палкус. Вау, вот это трофей взял. Ну не крупненький, да? Походу. Клюнул, клюнул, клюнул. Где ты? Ну нет, такой. Жерех. Еще и меня он собрал. Жерешок. Не крупный. Нормально, вот так вот. Находишь жереха там, где. А судак-то ты где? Судак, отзовись. Оловянный, деревянный. Еще поклевка. Но это уже поменьше. Но хотя. Давай. Сегодня на этот кингшет белый два хороших схода. И вот сейчас что-то есть. Более-менее такой. Ой. Есть! Вот это уже нормально. Вот это уже, можно сказать, зачет. Вот такой вот у нас взял красавчик. Второй попытки добрали его. Конечно, тот, который сошел, был покрупней. Ну ладно. И этому мы тоже рады. Взял он у нас на релаксовскую резину. Ой, ее все падает. Вот такую вот релаксовскую резину. Релакс Кингшет. 4 дюйма. Сегодня два схода на нее. И одна реализованная поклевка. Ловим дальше. Миша, поклевочка. Льдину зацепилась.
что, взяла? Бешеная селедка. Вот такая вот она. Типа красненькая, но просвет получается меняет немного цвет. Насаживал крючочек на такую приманку. Эти, Миша, поклевочка. И, видать, наверное, что-то хорошее, да? Приготовим подсак. Почему не щука? Ну вот это вот что-то хорошее. Вон лед погнало. Лед пошел. Ну где ты, покажись. Берем подсак. Ох, какой хорошенький судачок-то. Взял. Вот это уже полторашка, двушка. Оп, и сошел. Вот это хороший. На бешеную селедку. Как? Нарвал? Фирма Нарвал. Джиголовка, смотрю, желтенькая, модная какая-то. Гламурная. Ну-ка. Даже. Блин, ну вот это уже хороший экземплярчик. Вот у меня такой сошел. Это мой был. Сейчас подумаем. Интересно взвесить. Сейчас произведем контрольное взвешивание нашего. О, даже больше, чем я ожидал. 2570. Блин, ну класс. Красавчик. Еще одна поклевка очередная. Погода налаживается, значит. Судак активируется. Подсачник опять хороший. Ты где, друг? Покажись. Где-то под лодку ушел. Покажись. Ух ты! Миш, ну вы сегодня... Это еще больше, походу. Это трешка, а то и больше. Да. Сейчас замерим. Давай это возьмись. На китыч? Блин. Вот такой вот красавчик. Просто, ну, как дядя Миш умеет ловить.
А мы поснимаем. Сейчас замерим, давайте его, сколько он у нас. Но это явно больше трехи. Взял на китеч. Так, что тут? Солнце куда у нас светит? Не видно. 3200 там с чем-то, с копейками. Клевка. Прям под лодкой взял. Конечно, не 3500. Прям вот здесь уже. О! Да, от этого и так можно поднять. Что ж ты позарился? А взял-то? Что ж ты? Дядь Миш, а взял-то, смотрите, за верх как-то промахнул. Иди, после 3500 ты нам не нужен, позови пра-пра дедушку. Блин, я вот на такую большую такого не ожидал. Релакс Кингшет 5. Релакс сегодня вообще работает лучше всех. Не, хотя 3500 был взят на китэч. Сход. Был. Был ударчик. И сошел. И припарковались. Ну вот, друзья, подошел наш первый день на рыболовной базе на Крючке в Астраханской области. Рыба была поймана. В принципе, считаю, что рыба была нормально поймана. Спасибо, что смотрели это видео. Ждите продолжения в следующем видео. Надеюсь, будет также интересно. Не забывайте оценить, подписаться. Все, всем пока. До встречи в следующем видео.